немецкий. Легенды о Тиле Уллиншпигеле. Однажды Тиль Уллиншпигель напился до чертиков и решил найти место, в котором он мог бы уснуть. Это место он обнаружил на пасеке и уснул в одном из ульев. Ночью на пасеку пришли разбойники, воры, и решили украсть улей. Они говорят, нужно брать самый тяжелый улей, потому что в нем будет много меда. И забрали улей, в котором спал Тиль Уллиншпигель. Пока они его несли, наступила кромешная ночь. Тиль Уллиншпигель проснулся и думал, как бы ему выбраться из этого улья. Он услышал, что его несут какие-то разбойники. Тогда он открыл крышку улья и начал дергать разбойников за волосы. Разбойники испугались, бросили улей и стали друг с другом драться. А Тиль Уллиншпигель улизнул.